Всем привет, ребята, меня зовут Лен 200, и сегодня мы с вами продолжаем играть в игру под названием Майнкрафт. И это выживание в Майнкрафте, второй сезон, третья часть. Вот, сегодня мы с вами продолжим выживание в этом мире. И в прошлом видео мы ходили с вами в шахту. Да, ходили в шахту. Вот, и сегодня мы опять пойдем. Ну, не только мы сегодня в шахту пойдем. Также еще я бы еды хотел добыть, это у меня что-то мало ее очень. Ну и также что-нибудь из железа скрафтить. Вот. Поэтому погнали в шахту. Так, я с собой все взял. Так, давайте, знаете, что я хотела сделать? Так, мне для этого палки нужны, точнее. Я хочу скрафтить каменные кирки. Да, побольше каменных кирок. Так, вот. Ложим. Ну вот. Две каменные кирки. Не буду железную тратить, железную потом алмаз, на алмаз потрачу. Так, ну и давайте с собой всю еду возьмем, которая тут лежит. Так, ну и все, можно отправляться. Только ненужные вещи сложу вот сюда. Так, что еще мне? Ну вот это тоже не нужно, все. А это все возьмем. Так, где у нас вот тут шахта была, да? Да, вот у нас самая такая глубина. Так. Так, это я вот потом вот сюда и пошел. И все, я остановился вот здесь. Так, давайте докапывать дальше. Так. Надеюсь, мы сегодня, кстати, с вами алмаз найдем. Да, кстати, на новых версиях алмазы найти уже сложнее, чем на старых, потому что на старых можно было на 11 высоте находить, а тут на минус 50 теперь надо находить алмазы. И это довольно-таки далеко надо спускаться. Так, у меня кирка сломалась, поэтому... Ой, не железные камни. Их тут две скрафтил как раз. Так, факел. Кстати, пока я копаю, я хочу вам рассказать одну новость. Да, трансляции у меня не было на той неделе. Я вам, по-моему, говорил, что я буду что я в течение недели, может, сниму трансляцию, но я ее так и не снял. Да, потому что ее снимать долго. Долго у меня снимать не получится. Так что, ребята, трансляции пока не будет, но, возможно, скоро я ее сниму, постараюсь, да. Будет больше свободного времени, тогда сниму. И, правда, еще не знаю, про какую игру снять, я еще не придумал. Но вы можете, ребят, прямо сейчас спуститься и написать в комментариях, про какую игру мне снять трансляцию, да. Про стендов я уже снимал. Можно вообще про Брал снять, в принципе. Да, как раз там уже скоро... Новый скин я открою. Монарх Рико, да? По-моему, так называется. Вот. Мне еще, кстати, два мегаящика осталось открыть. Ладно, кстати, пока я с вами разговаривал, я уже почти на минусовую высоту спустился, да. Вот. Видите, тут уже вот такие блоки. Как они называются? Дробленый сланец. Так. Да, конечно, алмазы... Так. А, ё-моё, это лазурит. Ну, лазурит, кстати, тоже пригодится, ребят. О, и железо как раз нашел. Так. Лазурит, ребят, всегда понадобится, когда стол зачарования там делаешь. Блин, чё так мало железа? А, не, ё-моё, тут еще куча железа. Ну, давайте добудем. Так. Еще. Ё-моё, сколько их тут. Да, правда, походу, мне каменных кирок не хватит. Надо было еще больше скрафтить. Так, сколько я в итоге? Я в итоге добыл 28 лазурита и 8 железа. Так, ну погнали дальше копать. Уже, кстати, минус одна высота. А нам надо минус 50. Это, короче, займет много времени. Так.
Короче, ребят, срочно включение, прикиньте, я вот шел, и прям скапал один блок, и тут уже алмаз сразу нахожусь. Ой, нахожу, в принципе. Так, давайте копать. Так, только надо главное правило запомнить. Не копать под себя. Да, то я, знаю, один раз скопал под себя, и вот провалился потом. Так, ну давайте копать. Сколько тут? Так, первый. Потом второй. И... 3 алмаза всего лишь. Блин, жалко. Тут, кстати, еще гравий также есть. Ну, гравий нам вообще не нужен. Пипец. Я думал, алмаз на 50-й можно найти, а тут минус 36-я. Ладно, пойдем. Короче, пошел я дальше копать. Конечно, жалко, что 3 алмаза. Ну, зато на кирку хватает. Ладно, короче, пошел еще копать. Короче, ребят, спустился на 50, точнее на минус 50 высоту, даже вот чуть пониже. Вот, поэтому будем тут искать алмазы с вами. Да, правда, сейчас у меня сломается каменная кирка. Ну, я так и думал. Да, все, больше у меня нет ничего. Ну, железную, хотя сколько у меня, хотя не пофиг, могу, в принципе... Немножечко железо покопать. Почему бы и нет? Я потом новую скрафчу, да и все. Все, вот можно вот здесь, в принципе, начинать алмазики копать. Ну, точнее, искать и копать. О, я, кстати, до бедрака тут уже докопался. Да. Ну, ладно, будем алмазы, короче, искать. Так, ребят, еще алмазики подъехали. Я тут только что копал. Еще нашел, это хорошо, сколько их тут. И тут всего лишь 2. Да, 5 алмазов уже. Ладно, пойду дальше искать алмазики. Еще алмазики, короче, ребята, нашел только что. Офигеть. И тут снова 2. Офигеть, сегодня везучий какой-то. Сначала вон там 3 алмаза нашел, потом здесь еще 2. Где? Вот тут, по-моему, да? И тут еще рядом были 2 алмаза. Ладно, короче, пошел дальше копать. Короче, ребят, только что тут копал. У меня вылилась лава, но я вон там, походу, алмаз заметил. Так, надо перекрыть лаву, главное. Ой-ой-ой. Ну что, капец. Все. Так, вот тут еще надо. Вот, да. Я был прав, все-таки тут алмазы были. Офигеть, ну-ка. И сколько же тут? И тут всего лишь 1, ребята. И вот, итого у меня 8 алмазов. Ладно, короче, еще покопаюсь, пока у меня кирка не сломается. Ну и пойду, в общем, уже наверх. Короче, все, ребят, сломалась у меня железная кирка. Ну, короче, в итоге я добыл 8 алмазов, 28 азурита и 8 железа. И, кстати, знаете, что я еще подумал? Когда я вон там копал... Там была лава, значит, где-то, возможно, есть такое место, где там вода и лава, и обсидиан, короче, можно найти. Да, я бы хотел туда сходить и обсидиан добыть. Может, портал в ад бы сделал. Ну, а это уже следующей серии, возможно, я это сделаю. А сейчас мне надо наверх. Вон. Фух, ну все, наконец-то из этой шахты выбрался. Пипец, подниматься, конечно, тяжело. Так, давайте, короче, переплавим с вами железо. Так, у меня уголь. А, у меня угля вообще нет. Что, мне опять в шахту придется бежать? Хотя нет, я уже набегался и так. Короче, добыл кучу блоков. Вот этих вот дробленных сланцев. Ну, 8 алмазиков зато добыл. Железо и лазурит. Ну, больше, короче, мы ничем не занимались. И знаете, я бы вообще хотел еще в небольшое путешествие отправиться и найти какие-нибудь там, не знаю, сокровища или стонувший корабль. Давайте это сделаем, почему бы и нет. Давайте возьмем с вами доски и скрафтим лодку. И поплывем на ней куда-нибудь. Все. Так, все лишнее можно убрать, но факела на всякий случай я оставлю. Может пригодятся. Ну и также можно еду тоже. Ну все, больше ничего практически не надо.
Ну, давать, можно броньку, в принципе, еще взять с собой. Штаны и ботинки. Чтобы защищало. Ну, и можно поплыть, в принципе. Ну, я не прям большой отправлюсь в путешествие. Я такой небольшой просто отправлюсь. Ну, поплыли. Короче, если что-то интересное найду, включу камеру. Короче, ребят, ничего интересного я не нашел. Это озеро, а не море. А я подумал, это море. Да, ну, ничего интересного не нашел, зато я поломал тростник. Вот, сахарного тростника. Наверное, спросите, зачем? А затем, чтобы потом скрафтить книги, бумагу, чтобы их зачаровать, а потом с помощью них и вещи. Ладно, давайте забираем лодку. Пипец, короче, лодку тяжело тут ломать. Кстати, раньше лодку можно было скрафтить 5 досок и лопату деревянную, а сейчас без лопаты. Ну, как в старых версиях. Ладно, сейчас вечер, поэтому спать. Так, закрывать слишком далеко, поэтому придется поближе подойти. Так, ну и давайте пойдем посадим куда-нибудь тростник с вами. И вообще, по-хорошему, мне бы ферму бы сделать. Хотя у жителей есть. Иди куда шел. Так, ну сахарный тростник я, в принципе, могу вот тут посадить недалеко где-нибудь. Вот прям вот сюда. Пусть растет. Ну, а на этом я буду с вами прощаться. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ссылка в комментариях. Ну, а с вами был я. Меня зовут Леон 200. И всем пока!